Everyone knows that Russian soldiers steal things on occupied territories in Ukraine, but how is it possible? Shouldn't they be legally punished when they come back home to Russia with stolen appliances and stuff like this? Turns out, it doesn't work like that. Just listen to this intercepted phone call to find out what Russian looters say about it. Здесь у нас старшина вообще разошелся, пиздец, блядь. Телевизоры намародерил, машинки стиральные, гриль там, блядь, охуевший за 250 тысяч. Ну, короче, все гребет, блядь, себе, блядь. Я тебе еще раз говорю, не мы заберем, как другие, блядь. А мародерство у нас Путин разрешил. Ну, ввели же указ на мародерство. То есть это не, ну, короче, не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Это разрешено. Путин же разрешил, да. Указ давал, что мародерство разрешено во время боевых действий. Берцы себе замутил хохлятские. Да? Ну, украинские, армии Украины. Вот я сижу в этих берцах, они, знаешь, как чешки, ебать. Ну, просто чешки. Угу. Легкий пиздец. А возьми наши уставные, блядь, они по 2 килограмма берец весят, блядь. У них, во-первых, нога потеет, а эти продувают, у них там, блядь, с вентиляционной тканью, блядь, ну охуенные эти соты. Ну, у меня цель себе намародерить за командировку плитник. Ну, плитник — это бронежилет, только упрощенный и дорогой. Вот берцы я себе уже намародерил, нашел. Берцы есть, осталось форму найти нормальную, ну, мультикам, качественную. As you can see, his goals aren't that morally high as Putin describes in his speeches. This soldier just wants to steal things from Ukraine and that's it. I'm not sure if it's really true because I couldn't find that Putin's decree allowing looting on the territory of Ukraine, but I found lots of news posted back in March saying that Russian army was allowed to be self-sufficient, and lots of people think that it's basically a green light for looting for Russian soldiers in Ukraine. And of course, it's awful, just awful. And now let's listen to the second intercepted phone call conversation, basically about corruption in Russia and about how this corruption helps Russian soldiers to get out of Ukraine. Мы, по-моему, на полгода вот. Как на полгода? Ну, вот так вот. Вас же на три месяца же. А, и кто по-разному тут. Я просто узнал, как можно будет еще уволиться. Мне сказали, можно будет по семейным, если за уходом. За уходом, за больным, да? Да. И я что должна сделать? Не знаю, мне сказали, если справка будет, то может будете его уволить. Ну, чтобы меня уволили и сюда домой отправили, что родители в Киргизии находятся, и что я один из семьи, некому смотреть. Понятно, все. Если я эту справку командиру пришлю, тебя вызовут на Сахалин, получается, правильно? Меня будут увольнять. Они в отпуск могут тебя по этой справке отправить? Сперва в отпуск отправят, потом только увольнять будут. Просто просто, что в отпуск срочно, вот такая ситуация, срочно в отпуск его отправьте. Погуляешь здесь в отпуск, захочется уволиться, напишем этот, вдруг твоих обратно отправят. Сразу же, я не хочу, пусть все у меня. Все? Любовь кончилась? Кончилась. Да, понятно. И военный билет еще напишут, если по справке. Просто уволят, да, и все? Да, просто. Okay, that's it. Thank you so much for your attention and support. I'll see you next time, and goodbye to you all.